Памятник пионеру-герою. На этом месте 10 сентября 43 года погиб пионер Анатолий Балабуха, участвуя в освобождении родного города от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую, друзья! Сегодня 7 ноября, на улице немного ветрено, но солнечное тепло. Поэтому мы с вами воспользуемся такой хорошей погодой и прогуляемся вдоль городского пляжа. А именно дойдем до пирса, а затем поднимемся по новой лестнице на смотровую площадку, которая относится к центральной аллее Приморского парка. И начинаю я свой маршрут от Морвокзала. Или иначе, от Стрелки. Проспект Адмирала Лунина, 23. Проспект Лунина, 18. Проспект Адмирала Лунина, 16. Лунина, 11В. Лунина, 12. Лунина, 10. Через дорогу Лунина, 13. Лунина, 8. Одиннадцать. Здесь был дом по проспекту Адмирала Лунина, 6. Его снесли. Следующий — Лунина, 4.
Здесь находится судоремонтный завод. А на этом месте раньше было кафе «Мираж». Наше красивое Азовское море. Несмотря на сегодняшний ветерок, море спокойное. И я уже не раз говорил, вода стала намного чище. Прозрачная вода. Здесь раньше тоже было какое-то кафе. Если честно, я не помню название. Давно здесь был. Еще одно разрушенное кафе и чистейшая вода. Пляжи у нас раньше были запущены в таком вот состоянии. Здесь ничего не изменилось. Пока что. Как видите, есть такие люди, которые у нас в такую погоду и купаются, и загорают. Это очень старая спортивная площадка. Как всегда, друзья, я мимо турников не прохожу. Здесь у нас был теннисный корт. Я вижу, люди играют в теннис большой. Молодцы. Вот так нужно проводить время в такую хорошую погоду. Класс. С этой стороны женщины играют. Да, здесь все было очень старое такое, конечно. Но ничего, скоро все это будут приводить в порядок. В течение следующего года, 24-го года, всю эту набережную будут реставрировать, реконструировать. В этом году они сделали здесь дорогу, тротуары, газоны, бордюры.
Это тоже немаленькая работа была проведена. А в следующем году весь городской пляж будет реконструирован. Я уверен, что его сделают очень круто. Требуются на работу монолит-лички. Уже неоднократно видел такое объявление по городу с такой ошибкой. Каменщики, сварщики, фасадчики, штукатуры. Разнорабочие от 2000 рублей до 2500. Достойная оплата труда каждый день. И номера телефонов. Также вдоль дороги здесь уже установили новые столбы с лампами ночного освещения. Старые еще не демонтировали. Так выглядят наши пляжи пока что. Очень старые лавочки. Где-то еще остались навесы, разбитые пирсы. В общем, пляжи были запущенные. Песчанка мне всегда нравилась больше, чем городской пляж. Здесь вода всегда была грязнее. Но, как я уже сказал, вода в Азовском море очищается. Это здорово. Кстати, да, только эта часть пляжа выглядела более-менее неплохо. Здесь еще до начала событий были установлены такие лежаки, переодевалки. Но такое надо было делать по всему пляжу, а не всего лишь на маленькой территории. На волнорезе люди ловят рыбу, стоят с удочками. А здесь уже начали что-то делать. Паспорт объекта. Выполнение работ по благоустройству Приморского парка в городе Мариуполе, Донецкой Народной Республики. Окончание строительства. Четвертый квартал 2024 года. Уже в следующем году увидим, какая здесь будет красота. Через дорогу с левой стороны нечего вам показывать, друзья. Здесь сплошные заросли. Непроходимые причем. Всегда были такие. Поэтому я иду вдоль пляжа, ближе к воде. Здесь хотя бы мы можем посмотреть на красивое море. Это здесь раньше были сточные трубы. Их раскопали. Наверное, будут устанавливать новые.
по ним стекает дождевая вода из Мариуполя в Азовское море. Да, на этом участке пляжа уже демонтировали старые лавочки, раздевалки. Пляж полностью зачистили. Здесь сделали ступеньки к пляжу, а также для колясок и велосипедистов спуск. Через дорогу была раньше лестница, подъем наверх. Сейчас подойду поближе и покажу вам, как она выглядит сегодня. Вот так. И таких спусков у нас вдоль городского пляжа, не помню уже сколько их, но их несколько было. Вот в таком они состоянии находятся по сей день. Вот ступеньки наверх. Я даже помню, как еще в детстве я здесь поднимался. Была еще нормальная лестница. Сейчас люди обходят эти ступени с левой стороны. Здесь есть спуск. Это место уже давно стало туалетом. Здесь люди с пляжа бегают в туалет. И признаюсь честно, я тоже сюда бегал в туалет. А больше некуда. Но раз здесь сделали ступени через дорогу к пляжу, я думаю, что эти старые ступени тоже будут восстанавливать. Здесь раньше была Санта-Барбара. Сейчас это место называется бухта, место встречи. Друзья, а это печи, которые делал Демьян, кузнец. Теперь они стоят здесь. Он продал их в это заведение. Наконец-то эту часть пляжа тоже уже демонтировали, можно сказать. Здесь раньше были кусты высокие и густые, а справа был пирс разбитый. Кстати, на одном из видео, где я на крещение купаюсь здесь, очень хорошо видно этот разбитый пирс. Это было прошлой зимой. Если вам интересно, можете посмотреть на моих каналах. Есть это видео. Этот пирс уже разобрали. И здесь будут делать новый. Скорее всего, новый пирс будет. И мы с вами уже почти подошли к пирсу, к местной достопримечательности, так сказать. Да, в этой части всегда было болото какое-то. После дождей здесь всегда был затоп. Вообще вдоль городского пляжа, по обрыву здесь, очень много раньше было еще в 90-х. Баз отдыха и очень красивые архитектурные здания стоят до сих пор. Конечно, они уже давно были пустыми, их никто не реставрировал,
все эти территории были просто закрыты. Очень надеюсь, что их восстановят. Отсюда хорошо видно одно из этих зданий, таких вот. И вот мы с вами уже подошли к пирсу. На этой территории тоже раньше были старые лавочки, старая спортивная площадка из двух турников и лесенки. Сейчас здесь все демонтировали. Пляж теперь пустой. Но это временно. Даже здесь вода очень чистая. Здесь она всегда была мутная. Очень много плавало здесь мусора. Сегодня вторник, будний день, начало четвертого, и людей на пирсе достаточно гуляет. Перила. Сразу видно, как качественно собирали пирс в предыдущей стране. Добрый день. Что-нибудь ловится? Плохо. А что попадается? Бычок есть? Бычок, конечно, но плохо ловится. Я понимаю, я просто спрашиваю, хотя бы что-то есть вообще? Ну, мало вообще. Кошки есть. Всего доброго. Отсюда уже хорошо видно Нахимовское училище. За этим краном красным здание новое. Один из корпусов. И мы с вами подошли к новой лестнице, которая ведет к смотровой площадке. Это недостроенное здание стоит уже здесь много лет. Вау, как хорошо здесь зачистили всю эту территорию. Раньше здесь не было ни одной лампочки. Только чуть темнело все, без фонарика,
идти было опасно. Просто можно было подвернуть ногу. Сейчас установлены лампы ночного освещения, а также здесь вечером включается подсветка всей лестницы по обе стороны. Где-то там спрятана светодиодная лента. И вот такие вот ровные перила вдоль этой лестницы. По сравнению с пирсом и с этой стороны. На этой территории тоже хорошо поработали, зачистили все джунгли непроходимые. Стало очень просторно и красиво. И вот мы уже с вами на центральной аллее Приморского парка. Сейчас осень. И деревья уже почти оголились от листвы. Скоро все будет серым. Но несмотря на это, город Мариуполь будет выглядеть все равно ярче, чем раньше. Вы сами все видели. Дома перекрашивают в более яркие цвета. Сейчас мы пройдемся еще в сторону смотровой площадки. Один из корпусов Нахимовского училища. Да, сегодня море хорошо контрастирует с небом. Потому что очень часто вода сливается с небосводом. Итак, друзья, мы с вами прогулялись вдоль городского пляжа и посмотрели, как он выглядит сегодня. А уже в следующем году картина изменится, потому что Мариуполь возрождается. Всем мира и добра! Пока!